В Одинцовском районе на Украине просто праздник, людоеды настоящие. Давайте посмотрим, чего там в Киеве сейчас говорят об этом. Зовите всех к своему стулу, к своему телевизору, сейчас прозвучит новость. Помните такого предателя Украины, экс-депутата, который сидел в Верховной Раде, Илью Киву? Его еще называли Киви за то, что у него интеллект на уровне этого фрукта. Итак, буквально срочная новость появилась в российских пабликах. Он погиб, его тело нашли в Подмосковье. Вот такая история.